приехал на красный свет. И, конечно же, попал в аварию он. И вот теперь уже несколько тысяч лет мир живет, но непонятно, это смерть или сон. А вроде руки берут то, что хочется брать. А вроде ноги идут, образуя шаги. Вот только сердце тише стало стучать. И все больше становится тех, кто вроде как родит. Ангел мой светлый, чистая боль в облаках, ангел заветный, стигматы любви на руках, ангел порхая, вниз посмотрел в зеркало дня и замирая. Я вдруг осознал, что он — это я. А меня призывали и дали парашют любви. Затем раздели, забрав крылья и серебро. И я летел, зажмурившись до земли. И, ударившись сердцем, а жизнь забыла небе все. Но твоя любовь напомнила мне обо мне. Да ты просто нимфа с улыбкой цветов и полей. И я тянулась к сердцу твоему, как к звезде. Но лишь остался, в конце концов, с крылатой судьбою своей. Ангел мой светлый, а чистая боль в облаках, ангел заветный, стигматы любви на руках, ангел порхая, вниз посмотрел в зеркало дня и замирая, я вдруг осознал, что он — это я. Человечество нарушило правила движения, и теперь только сны, в которых танцует любовь. А когда светофор зеленым озарится свечением, этот свет смогла лишь отразить эпохальная кровь. Справедливость, война — это ныне понятия схожие. Ну да ладно, пусть будет так до черты. Ведь живут на земле ангелы на себя не похожие. Но они для каждого строят через пропасть святые мосты. Ангел мой светлый, чистая боль в облаках, ангел заветный,
стигматы любви, а на руках ангел порхая. Вниз посмотрел в зеркало дня и замирая, я вдруг осознал, что я. Здравствуйте, коллеги! Приветствую вас в мастерской «Амурские украсы». Зовут меня Донской Николай. В первой части видео я вам показал, как я выпиливаю кронштейн на полку, столярку, как собираю, соединяю саму полку с кронштейном, на которых позиционируется полка, то есть подвешивается к стене. Про резьбу, про форму, про простоту. Когда простой элемент в сочетании с другими простыми элементами привлекает внимание и является замечательным, да? Вот в этом кронштейне, вот, который я вам сегодня буду показывать, как я его режу, главное для вас условие, это я обращаюсь к начинающим коллегам, главное условие — соблюдайте последовательность. Не берите один элемент и доводите его до кондиции, то есть, а смотрите, как это делаю я. Для удобства добавляйте свое, вырабатывая свой почерк, характер резьбы. Да? Вот. Работаю я по ореху манжурскому. Использую в работе инструмент Александра Корнеева. Шлю трудовой музыкальный привет Максиму с Дальнего Востока. Новая земля, привет. Ну и также нашим всем подписчикам, моим всем подписчикам, которые с нетерпением ждут нашего видео. Давайте смотреть и слушать. Жизнь коротка, но вечен путь любви. Пламень свечи недолг, но горяч. И ангелами сочтены все дни твои. И размышления об этом ты от себя не прячь. Молитвенно, как образа, прими эти дни, как россыпь камней драгоценных. В ладонь своей чудеснейшей судьбы и наполни их таинством дел священных. Начни день с надежды, начни день с мечты, подари замерзшим теплоту души. Радость жизни смело подари ты дню, и заверши день Божий благодарностью. Начни день с надежды, начни день с мечты, подари замерзшим теплоту души. Радость жизни смела подари ты дню, и заверши день Божий благодарностью. Полнёхонько чаша благословления, так аж через край плещется благодать. Не обращай внимания ты на сомнения о том, что якобы тебе нечего вот этому миру дать. Ведь жизнь коротка, и хоть и вечен путь любви, да воскреснет Господь во всяком дыхании. Дорожи благоволением высоты,
проводи каждый день жизни в ликовании. Начни день с надежды, начни день с мечты. Подари замерзшим теплоту души. Радость жизни смело подари ты дню. И заверши день Божий благодарностью. Начни день с надежды, начни день с мечты. Подари замерзшим теплоту души. Радость жизни смело подари ты дню. И заверши день Божий благодарностью. Начни день с надежды, начни день с мечты. Подари замерзшим теплоту души. Радость жизни смело подари ты дню. И заверши день Божий благодарностью. И заверши. Ну вот, уважаемые коллеги, я показал, как я изготавливаю кронштейн. Кронштейн — это, напомню, кто не знает, это элемент крепления полки к стене, на которых висят. Тут еще будут металлические петли врезаться. Вот, рисунок простой. По силу начинающим коллегам, то есть тут ничего сложного нет. Я вам показал последовательность. Материал я использую в работе — орех манжурский. Работу я делаю инструментом Александра Корнеева. Заходите на сайт. Хотел вам сказать, что полка, она состоит из мелких деталей каких-то. Вот эти мелкие детали я показываю на сайте «Амурские украсы». Там маленькие видео выкладываю, показываю, как я режу вот эти мелочи, как я делаю, изготавливаю перильца с балясинками. Да? Это вы можете посмотреть на сайте. Еще раз напоминаю, что я не делаю только полки. Полки мне заказывают. Вот. А что я делаю вообще, посмотрите, заходите в галерею, заходите в раздел «Новые работы», «Новости мастерской». Почитайте отзывы заказчиков. Ну все, уважаемые коллеги, я уже вам все показал. Полка полностью на канале выложена, да, последовательно все. Вооружайтесь инструментом, закупайте материал и давайте творить, давайте заниматься творчеством. Вам для этого понадобится здоровье, желание, мира в вашем доме. До следующих встреч!